Я Тогайбекова Мадина, врач-резидент второго года обучения по специальности гастроэнтерология взрослая и детская. Основными направлениями данной резидентуры являются гастроэнтерология в стационаре, амбулаторно-поликлиническая гастроэнтерология, эндоскопия, нутрициология, ультразвуковая диагностика и гепатология. Обучение по данной специальности резидентуры проводится на базе кафедры внутренних болезней и ревматологии НАУ Медицинский университет, город Семей. Кафедра внутренней болезни и ревматологии предоставила условия для получения полных, объемных, разносторонних знаний и клинического опыта по диагностике и лечению пациента с заболеванием пищеварительной системы. Обучение проходит на базе отделения гастроэнтерологии университетского госпиталя Медицинский университет Семей, в котором оказывают специализированную стационарную помощь пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и гипотобилиарной системы. Обучение по амбулаторной помощи пациентов с гастроэнтерологическими заболеваниями проводится на базе поликлиники университетского госпиталя. Во время резидентуры мы обучились навыкам владения эндоскопической и ультразвуковой диагностики гастроэнтерологических пациентов, изучали особенности ведения и лечения гастроэнтерологических пациентов детского возраста. Мы ежедневно участвуем в врачебных обходах, клинических разборах и обходах профессора Жумадиловой Завриш Кинжахановны. Также участвуем в семинарах, мастер-классах и интегрированных занятиях гастрошколы. Большой вклад в наше обучение вносят академические и клинические наставники.